Так, у нас что там есть у кого-нибудь? Взял кто-нибудь ДШК отделение? Есть у нас район. Просто я... Ну, неважно. То есть мы так пойдем. Вот отсюда. Выйдем на холм и будем выглядывать, стрелять по их базе. Зеленый. Блять, Столько я ж ракет у красный. нас. Что, ракет? Ракет полно. Ну да, РПГ есть. Был бы фугас, вообще было вкусно. Учитывая, на каком пятаке они Оно на находятся, это аэропорту было бы для насаживают, них да? не классно. Что? В аэропорту насаживают. Видишь, Арес, Зеленые сама точно вертолеты, стреляют. вертолеты, там вертолеты в зеленом Понял, все круге. ясно. Нам просто по дороге нужно будет до юго-востока доехать, там до определенного куста. И потом уже подниматься пешочком. Ну, можно на машинке доехать, кстати. Пешком не идти. Думаю, так. Все. Рации, кстати, нет. Есть только ДВшки у этих связистов или командиров. Поэтому сильно не разбегайтесь. Желательно дойти до высоты все вместе. А там уже как получится. После команды в атаку. Что-то как-то быстро все сделали, загрузились и так далее. Эту миссию? Ну, относительно все продумали, загрузились, я даже зайти не успеваю. А. Мичка, брикет, давай ты возьмешь. Че взять? Давай ты возьмешь. Ну, давай. Не суть как бы. Просто дойти до высоты? За командира будешь. Так, я написал ДВ-50, на всякий случай. Да, то есть дойти до высоты, подняться высота 200, нет, 25-40. Ну, она как раз по линии синяя. Там собираемся. В красную зону не входим, потому что блокировка снимается, и как только блокировка снимается, к нам могут прилететь вертолеты. То есть с вертолетов тоже блокировка снимается. Просто собираемся и все вот так. А вертолеты какие? Естественно, Ми-24 с 30-миллиметровыми пушками. Не, ну у нас я с ПЗРК и еще кто-то, по-моему, Кочегар, да? Поэтому, думаю, собьем. Сильно рваться, я думаю, вперед не стоит. Там можно с этой высоты постреливать, высовываться, постреливать. Можно там кому-то, пока постреливаем с высоты, кто-то обойдет снизу, обойдет. Спустится и по склону поднимется в другом месте. В общем, импровизируйте. Так, Кочегар, ты где? Я тут. У нас еще по одному выстрелу на каждого есть в этом, в преге. Запасном. Понял. А что ты на третьем сервере не играешь? В смысле? А, ну, время найти его еще. Слышишь, Иванчик? Я слышу. Времени не было тебе.
Я тебя вообще там давно не видел, хотя я сам... Прием. Есть недалеко кто? Слышно. Я захожу, это реально редко, в последнее время в другую игру. Может, помнишь, Чикан? У меня ник раньше был. Да, помню. Так, ну что, все готово, да? Грузимся, едем. Я же не помню человека, которого вчера... Под ником Шамо. Мы тогда поржали. Да, я здесь, там да? Объяснил. Все на парк. Да, это... Поехали. Yes. Поехали. А кто за руль? Паша. Там вроде был кто-то. Не-не. Офигеть. Все пассажиры. Нормально. У меня 600 часов, мне нельзя. Вы там тоже давайте. Подтягивайтесь. Постойте, ребята. С нами? Да, у нас там командир выёживается, технику не пускает. Понятно. Слушай, а там вроде какой-то нормальный. Все сели? Там он еще стоит, кто-нибудь его там это. Ну, машина есть, потом сядет. Ботов убьет, подъедет. Там бьет фильт. Вот. Что-то я, правда, не понял, правильно или неправильно? Ну, рез вроде помечен. Да-да-да, все правильно. Я просто направление. Мы уже, по-моему, приехали, надо будет сейчас подниматься. Это последняя или еще одна будет? Ну, вообще, да, последняя. Можно еще будет одно, время есть. По времени как-то это... Рано получилось, да. Смотрите, кто там GPS компас есть. Мы правильно едем. Вот у меня направление показывает 253 по карте. Посмотрите, правильно это направление или нет? Не-не-не, надо проверить. Еще. Еще что? Вот так надо. Что-то как-то не так. По-другому. 280. Левее чуть-чуть, иначе мы сейчас прям по хребту проедем. Вот он вроде. Да-да-да, по-моему, высота. Такая. А у них оптики много там? Один снайпер. Ну, бинокль может быть у командира еще. Учтите, они могут оттуда выйти, то есть они бегать могут. Как только блокировка с вертолета снимается, блокировка на выход с территории тоже. Поэтому они бегать могут по округе. Хотя в круге не должен кто-то находиться. Иначе будет проигрыш. Дальше, я думаю, наверное, лучше пешочком. Да, лучше пешком. Угу. Стоп. Осторожно, там кто-нибудь поднимитесь, посмотрите там. Там, ну, там. Кочегар, а мы здесь с тобой остаемся, то есть нам наше дело вертушки. Уже после того, как отстрелили все ракеты, мы идем туда. Ну окей, то есть как все, да, тут, ну, можно, в принципе, начинать. К нам чуть-чуть подальше нужно пройти. А подальше куда? Ну, высота, по-моему, немного не та. Не вот. А, там еще одна высота есть? Да-да-да, чуть-чуть дальше, повыше, она, наверное, на метров 5-6. У них АГС. Понятно. Да, у них АГС. Да, в левую сторону выходить, иначе там, возможно, спалит. Это логически. Вроде мы к границе подходим. GPS точно никого нет? Нет.
Ну, про огонь, я думаю, не слышали. А, все, наблюдаю эту точку. Ну все, команду там атаку в атаку. Там сразу же атакуем? Я... ну, все подошли вроде. Ну, более-менее народу прибавилось. Блокировка пока еще не снял. Да, поставить? Может правее? Через несколько секунд, возможно, трекер пропадет. Открытый склон. По нам стреляет тем более. Ну вы тоже стреляете, чё вы? Вам свинца жалко, что ли? Где давайте там постреливаем. Я пока вертушку ловлю. Шигар. Что будет? Машину забыли другую. Вертушки ловите есть. Есть, есть. Но сильно не помогут. Дым кидайте дымами, кройтесь, когда лечите. Слышу. Куда? Почему у нас граната здесь? Ой, блять, ранен. АГС. АГС. Это еще не ранение. Каштан. Там один труп. Ты всех положили. Да? Смотри. Паша жив? Да. Пиздец. Мы тут за триггер немного вышли, по-моему, свой. Ну ладно. А они, кстати, выйти еще не могут. Мы не зашли в зону, мы их так давим. Но мы понесли большие потери. Нормально, нормально, что перевязался. Шукалова, может, не надо. Они там за зону вышли немного. Да и ладно. Они не рассосались чуть-чуть. Бинтики. Эх. Паша ранен. Да, у меня морфин нужен будет колоть, наверное. Вижу высоту. Тут РПГшки не валяются. Да мы сейчас ДШК выкатим. Адреналин мне не поможет.
на всякий случай. Мне морфин, у меня, по-моему, боль. Ну, я тебя вколол. Ну, я уже... Ты вколол меня, это просто глюк какой-то, может. Что там, закончилось? Да. Стреливаю, я что-то... А, вот он, магазин. Да, тут в магазин есть. Может, в трупах еще есть. Да, этого. Триггер снял. Сейчас вертолет. Ясно. Понял. Сейчас самолет может полетит. Вертолет. Походу, каштан минус. Угу. Они отбегают еще вроде. Там по тебе стреляют, что ты бегаешь? Нормально. Нормально. Так, сначала вертолеты ловим, потом будем с ДШК работать. Если что, на мне два магазина ДШК еще есть. Че еще запасные есть у нас эти боеприпасы? Браги. Главное будешь, когда стрелять, предупреждаем, чтобы со спины отошли. Окей. Каштан, а ты смотри, чтобы к нам пехота не подбежала. Хорошо. А они откуда с аэропорта будут? Они могут вообще по неизвестной траектории зайти. Может, они там дикий круг делают. Конечно, этот круг будут делать, нас уже сольются. Так, ладно, я пока ДШК подтащу. Давай. О, что-то летит. С севера, На летит. Ловушках. Ровно с севера. Вижу. Какая жесть. Живой? Я его сбил. Да. Надо РПГ найти еще взамен. Да. Где Праги, ё-моё? Праги. Еще один идет. Сбеги быстрее, еще один идет. Окей. Надо за этим, за БК. А ты что, тоже выпустил? Ну блин, у меня одна ракета тоже. Да, я выстрелил. Еще идет. 40. Ну прячься, беги. Я вижу. Давай, пусть идет. Главное, чтобы Прагу не накрыл. С этими. Мы бежим за ракетами запасными. Бомба твоим работает. Ну, это даже лучше. Отлично. Разворот идет. Куда идет? На что? На восток. Я
Сейчас пуск буду делать. Заряд. Да, давай, давай, давай. Блять, не сись не могу. Чудо на базе никого не да. Он, походу, все перебил. Пуск! Мимо. В молоко. Убегаем отсюда. Я уже использовал. Нет, это в Праге. Я взял уже. Ясно, ясно. Убегаем. Бегом, бегом, бегом. Север. А мы все, мы ракеты простанем. Рано или поздно у него ПК закончится, ведь? Да. А, опять разворот на восток. Сейчас ДШК возьму. А, не-не-не, он в сторону базы полетел. Ровно на юг. У нас еще три коробки до шика. Разворачивается к вам на восток. Хотел на восток. Да. Видите? Заход делает. Да, пусть будет нормально. Ты отбеги отсюда, а то сейчас если меня накроют, хотя потом отработал бы моим трупом. Заставишь меня. Все, отлетал.
Жесть. Гора мертвых. Пришли ко мне, пришли. Ну ничего, вертушек не сбивали, так куча. У меня брифинги вроде не было, я не знаю. Ну? Это кто ко мне там пришел? Азданик. Я такой смотрю, кто-то там пришел ко мне, слышу, думаю, свой каштан бегает. Ну хоть вертушку уделал, это хорошо. И все-таки умер, да. Еще миска будет? Ну можно чем-нибудь сыграть будет. Бля, а почему меня не засчитали? Как я убил Вествуда? Как? Я ж вертолет сбил. Я стрелял в пустоту. Так, вверх.